Всем привет, друзья! Сегодня очередной обзор одного из аксессуаров для DJI Mavic Air. Это вот такая вот замечательная ручка. То есть это получается, вы делаете из вашего Mavic Air обычный стабилизатор, трехосевой стабилизатор, то есть для съемки не в воздухе. Сюда вставляется сам Mavic и сюда вставляется телефон. Сейчас мы посмотрим, как он вообще вставляется, держится на этой штуке, соответственно, и пойдем на улицу, поснимаем, посмотрим вообще, как все это выглядит в действии. Меня на самом деле уже кто-то спрашивал, я уже помню, меня кто-то спрашивал про возможность съемки. Так, вот я не знаю, закрывать его, не закрывать. Про возможность съемки именно Mavic Air в таком, в офлайн состоянии. Да, это возможно, и как вы видите... Так, вот на самом деле, как ее одевать, я без понятия. Как вы думаете, как ее вообще можно одеть? Смотрите, сделано, в принципе, очень качественно, на самом деле. Даже несмотря на то, что видно, что он, видите, напечатан на 3D принтере. Но очень удобно, очень мягкая ручка. И вообще он как-то вырезан и сделан очень хорошо. То есть он достаточно прочный. Сейчас я попробую прилепить это. Может быть, как-то надо... снимать. Вот, наверное, нужно снять батарею. Так. Просовываем это дело. Теперь, наверное, можно ставить батарею. Черт его знает. Да, вот сюда, скорее всего, вот таким вот образом. Теперь обратно. Иначе вы просто сломаете этот гимбал. Ядре не фени. Так, перед, зад здесь у него нету. Вот таким вот образом. Так, все. Вот таким вот образом это должно выглядеть. Сейчас попробую вообще скручивать. Нет, ножки не скручиваются, вы знаете. Передние, может, и можно вот так вот слегка закрыть, а задние они никак. Если только вот это вот самый, наверное, компактный вариант. Но, насколько я видел... Видео снимают в основном вот таким вот образом, да? Соответственно, после того, как вы возьмете все это дело, да, вы еще можете отрегулировать телефон, то есть поставить его, положить, допустим, снимать снизу пролеты. Пролеты, наверное, у вас не получится снимать. Таким вот образом вряд ли, наверное, получится снимать. Но, по крайней мере, если у вас вдруг каким-то образом нет под рукой камеры или еще чего-то, то как вариант... То есть, ну, вы поехали в поездку, да, у вас нечем снимать, вы хотите поснимать какие-то, допустим, ваши тусовки, то вполне реально, почему нет. Так он даже прикольнее смотрится. Прям такое чудовище. Ладно, будем меньше разговаривать, давайте поедем на воздух и проверим, как все это выглядит и вообще, что с этим делать. Это снято в Full HD, 60 кадров в секунду, просто спокойный, можно сказать, шаг. Селфи, конечно, получается не очень хорошее, но, кстати, я, честно говоря, думал, что будет гораздо хуже, потому что, как вы видите, лицо у меня практически в резкости. Что касается бега, тут, конечно, камера не справляется. Я бегу достаточно медленно, но она трясется и ничего сделать нельзя. Это 1080 slow motion, 120 кадров в секунду. Тут, кстати, стабилизатор очень сильно помогает. Реально, такое ощущение, что снимается со штатива. И напоследок 4К, 30 кадров в секунду. Разница, конечно, в качестве хорошая. Моя физиономия. Небольшое селфи. Что могу сказать по поводу этой примочки? Ну, наверное, за ее цену вполне ничего. Всегда можно кинуть в рюкзак, если вдруг у вас нет камеры и сел телефон. То будет отличное видео, если вы не будете бегать. Так что на этом, наверное, мы будем заканчивать обзор.
ссылку на товар и на продавца я оставлю внизу, как всегда. Не забывайте пользоваться кэшбэком. С вами, как всегда, я, Макс. Это канал «Шестеренка». Всем удачи, всем пока.